Здравствуйте! Сегодня мы с вами изучим одну из множества полезных функций программы FlashTool для телефонов Sony. Это такое, как удаление приложений с нашего телефона и обратное их восстановление. Запускаем приложение FlashTool. Что нам еще для этого понадобится? Нам нужен телефон с установленными root-правами. Также в телефоне должна быть включена отладка под USB. Телефон включенный, экран разблокирован. Кабель включаем в компьютер и включаем потом в телефон. Смотрим, на экране телефона должно появиться запрос суперпользователя о предоставлении root-прав. Предоставляем их. Не нужно. Смотрим теперь. У нас стали кликабельная иконка с схематическим изображением мусорного бачка. Нажимаем на нее. Открывается вот такое окно, в котором вверху справа мы видим список всех предустановленных у нас приложений. Для того, чтобы удалить приложение, выделяем его, например, это. Выделили, нажимаем кнопочку верхнюю, и оно отображается у нас справа вверху. Будьте внимательны, удаляйте только те приложения, которые не повлияют на работу вашего телефона. Чтобы удалить еще одно, нажимаем еще одно, выделяем, перемещается у нас оно справа. Для удаления нужно нажать N. Если вы сомневаетесь, что вот это приложение нужно вам удалять или нет, отменяем, нажимаем его, выделяем, нажимаем нижнюю, оно перемещается у нас вот сюда. Для удаления теперь нажимаем клен и ждем, пока FlashTool у нас отработает. Вот, пожалуйста, он отработал и уведомил нас о том, отключить телефон и перезагрузить. Приложение будет удалено. Если вы хотите найти эти удаленные приложения, то идем в диск Users, в папку пользователя под именем администратора, FlashTool. Registered Device. Папка под номером Apps. Вот эта папка с названием, с номером нашей прошивки, установленной на телефоне. Вот наше удаленное приложение. Вы его можете скопировать, сохранить отдельное место, если вам надо. Если не надо, оставить здесь для дальнейшего восстановления FlashTool. В случае, если нам нужно восстановить эти удаленные приложения, делаем следующее. Запускаем FlashTool. Ждем, пока программа прогрузится. Программа загрузилась у нас. Опять же, подключаем включенный телефон. Предоставляем root-права, если требуется, на экране телефона. Нажимаем иконку с изображением мусорного бачка. И видим, слева вверху у нас установленные приложения. Слева внизу у нас приложение, которое мы удалили, сохранилось у нас в папке. Для восстановления выделяем это приложение. Нажимаем стрелочку, оно у нас перемещается справа вниз. Нажимаем клен. Ждем, пока программа отработает. Программа отработала. Выдала нам надпись. Установка успешная. Отключаем FlashTool. Отключаем наш телефон от компьютера и перезагружаем. После перезагрузки телефона приложение будет установлено снова в систему. Еще раз предупреждаю, если вы не знаете, что за приложение вы удаляете, за что оно отвечает, лучше не удаляйте его. В следующем видео вы увидите, как с помощью FlashTool установить на телефон приложения, которые были скачаны с просторов интернета. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго, до свидания.